За всю свою жизнь Александр попал в аварию всего один раз, и то не по своей вине. Он и не мог подумать, что в следующий раз станет жертвой автоподставщиков. Для того, чтобы Александру после работы добраться до дома, нужно примерно минут 20. Путь пролегает в основном не через главные дороги города. Александр пользуется объездными путями. Совсем недавно он ехал по улице Татарской, перестроился на светофоре в левый ряд и повернул. Проехал буквально метров 20, как автомобиль Kia Sorento начал поворачивать с правой полосы на левую. Я выхожу из машины. Водитель Kia Sorento тоже выходит из машины, посмотрел и говорит, ну, типа, давай, что, будем либо вызывать гаишников, либо давай мне 5000. Ну, я, естественно, говорю, типа, у меня нет таких денег, так что давай вызывать. Александр вызвал страхового комиссара. Тот провел все необходимые замеры и вынес вердикт. В аварии виноват водитель Kia Sorento. При перестроении он должен был пропустить Александра. После этого, ну, водитель немного попытался поспорить с комиссаром. И когда ему сказали, что, ну, тут без вариантов, то есть виноват ты, и что если сейчас мы поедем в ГАИ, то ему, как бы, ну, по-любому выпишут штраф, и, естественно, страховка у него будет дороже, там, как виновнику ДТП, он предложил пойти на мировую. Водители написали друг другу расписки, что претензий не имеют. Александр отделался небольшой царапиной на бампере. У водителя Kia повреждений и того меньше. И они разъехались по своим делам. Сотрудники госавтоинспекции города свою статистику не ведут. Говорят, что практически каждый случай автоподставы уникален и порой трудно доказуем. Но они дали несколько основных советов водителям. В любой непонятной ситуации, которая возникает на дороге, когда у автолюбителя возникает подозрение в том, что один из водителей, скажем так, не прав или ведет себя как-то не таким образом, необходимо сообщить о данном факте в службу госавтоинспекции. Водителю, у которого вызвано подозрение в данном факте, возможно записать очевидца в происшествии, взять у них телефонные номера для того, чтобы в последующем они могли подтвердить ту или иную ситуацию на дороге. Один из главных советов – это пользоваться авторегистратором. С этим согласен и юрист Павел Кулешов. Он рассказал, что видов автоподстав бывает множество, и поговорить обо всех не получится. Но есть несколько основных моментов, которые должен знать каждый водитель. Не выходя из транспортного средства, нужно посигналить, да, привлечь внимание очевидцев. Нужно зафиксировать их данные, телефон, фамилию, имя, отчество и адрес. Обязательно нужно обратить внимание на то, что есть ли камеры на дорогах, есть ли какие-то, да, узнать, чья камера, чтобы точно так же истребовать этот материал. В случае, если очевидцев нет, имеется в виду пешеходов, да, то посмотреть, запомнить номера автомобилей, проезжающих мимо. Павел Кулешов посоветовал в случае автоподставы вызывать на место ДТП эксперта-трассолога. Он, в свою очередь, с точностью сможет определить виновника произошедшего. Вот только автоподставщики чаще действуют в темное время суток, когда ни до какого эксперта не дозвониться. В таком случае нужно зафиксировать абсолютно все на месте происшествия. Тогда может получиться доказать свою правоту. История Александра закончилась почти хорошо. О недавнем происшествии напоминает только маленькая царапина на бампере. История научила его быть осторожней и всегда пропускать лихих автолюбителей вперед. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город».